Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусные так званые ленивые голубцы. Делать их легко и просто. Ничего крутить не нужно. Ленивые голубцы готовятся быстро на сковороде. Получаются сочными и нежными. Это хороший вариант сытного ужина на каждый день для всей семьи. Быстро, вкусно, экономно. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Первым делом измельчаем овощи. Лук нарезаем мелкими кубиками. Морковку трем на крупной терке. Дальше разогреваем сковороду с маслом. Высыпаем туда лук. Жарим его до золотистого цвета. Добавляем морковку. И продолжаем жарить все вместе до мягкости моркови. Затем мелко шинкуем капусту. Солим ее. И хорошо мнем руками до выделения сока. Теперь к мясному фаршу добавляем вареный рис, капусту, жареные овощи, яйцо, перец, соль и хорошо перемешиваем до однородного состояния. Дальше смачиваем руки водой и формируем из полученной массы голубцы. Обжариваем их в масле на сковороде до получения румяной корочки со всех сторон. Затем готовим заливку. Кладем в миску томатную пасту, сметану, перец, соль. Разводим это все кипятком. И заливаем обжаренные голубцы. Добавляем лавровый лист. Закрываем сковороду крышкой. И тушим с момента закипания 20 минут на небольшом огне. Вот и все. Сочные и нежные ленивые голубцы готовы. При подаче их можно посыпать любой измельченной зеленью. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.